сегодня я смотрел в интернете очень классный гимн. Страна такая Папуа Новая Гвинея. Или Папуа. Папуа Новая Гвинея. Ну, короче, не разберешь там. Сейчас могу я спокойно расслабиться. Вот, я пригласил 25 гостей, которые принесут 25 кассет, из которых Маркус выберет, какой же фильм мы сегодня будем смотреть с друзьями. Итак, поехали. Марио. О, ну, Марио, что ты принес? Офицер спецназа. Офицер спецназа. Посмотрим, что там за офицер. ЛТВ Зинес. Что там за офицер спецназа у нас? Это явно не офицер спецназа. У нас за шлягер принес. Давай обратно эту кассету в трубу отправляем. Ищи другую кассету в другой трубе. Пока. Чарли Чаплин. О, господин Чаплин, что вы принесли? Тарзан. Тарзан? Ну ладно, давайте. Посмотрим на вашего Тарзана. Других таких в округе нет. Тогда ты можешь оставить его. Это точно Тарзан? Пёрчик, я знаю, что он будет хорошим сыном. Я сказал, что он может остаться. Это не значит, что он станет моим сыном. Сегодня остановимся здесь. Может остаться. А как его зовут? Маленький Тарзан был. Я назову его Тарзан. 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 Ладно, оставляй нам этот мультик. Выглядит интересным. Качество хорошее. Так. Неон. Ну, а ты что нам принес? Прямое попадение и предназначенная смерть. Это же титры уже. Сейчас будет встреченный. Стоп, P29. И все? Да. Ну, миньон, извини. Отмотаешь кассету, приходи. Пока. Peppa Pig. Peppa Pig. Я принес кассету Амазонки и гладиаторы. О, Амазонки и гладиаторы. Luck you. Back you, luck you. AG. Amazon and Gladiator. Что это? Амазонка. Мы тебя не бросим. О, я скоро вернусь. Какая амазоночка. По лесу бегает амазоночка. Юрий, Иона? Юрий, Иона? Юрий, Иона? Ладно, Пеппа, оставляй нам ее. Выглядит интересным фильм. О, про амазоночку. Амазонки и гладиаторы там потом, да, будут? Его сын. О, привет. Где мама?
Идет еще. Я принес кассету «Латгальский музыкальный телевизионный фестиваль» и концерт Владимира Преснякова. И хай-фай группа. Группа хай-фай. Посмотрим. Да, это группа хай-фай. Нет, это он и Цалкутиц, у меня вас рассвет. Нет, это группа хай-фай. Оставляю нам ее. Песенка вроде хорошая. Нравилась песенка? Да. Ну вот, давай оставим. Мама не будет ругаться, что ты тут? Ее мама. Сынок, сынок! Извини, мама, я тебя попросил разрешить уйти. Я принес кассету «Смертельная охота». Смертельная охота. Посмотрим, что за смертельная охота тут. Было приятно осуществить этот проект. Я бы его не смог осуществить без моей милой жены, Лены. Принес кофе и что будет. Это ты принесла? Спасибо, Билл. Что ты принесла тут такое? Плохую качество. Да, это же невозможно смотреть с друзьями. Ха-ха-ха, мама, ты лузер. Мам, можно я останусь? Или домой мне идти? Ой, я обижусь, пока. Мама, мама, погоди, я с тобой, погоди. Мама, мама, мама. Я с тобой. Майнкрафтовый чувак. Ну, чувак, что ты притащил? Страсть и рай. Страсть и рай. Так. Олег меня наняла человека. А человек, он помог мне доказать это. Для чего? Я помогу ему. Хочу что-нибудь интересное, экшен какой-нибудь. А вы мне тут какие-то скучные фильмы приносите. Спанч Боб. О, ну может и хороший фильм. Я принес кассету сборник лучших российских мультфильмов. Ну давай посмотрим, что за сборник там. Руководитель маминой самодельки. Ой, сейчас наша мама пень будет. Только это напрасно. У вашего телевизора звук не работает. Ой, как жалко, что мы маму не слышим. Она к этому выступлению полгода готовила. Она и там, и тут поет. Ничего себе. Вашу маму и там, и тут. Передаю. До чего техника дошла? Это не техника дошла, а я сама сюда дошла на лыжах, а концерт на пленку записан. Ура! Ура! Оставляем! Ура! Все Простоквашино ганги обрадуются от тебя. Да. Оставляем.
Crazy Frog. Я придел сказать эту книгу джунглей и подразделительные приключения панды. Да. Jungle Book, это про Маугли, по-моему, да? Посмотрим, есть ли там Маугли. Папа, будет тебя там встречать, как только садешься на самолет. Это не Маугли. Скажи, что ты американец. Всем об этом говори. Следующий. Window or aisle? Около окна или в проходе? Около окна. Мам. Мам. Can I talk to you? Можно с тобой поговорить? What is it? Ну в чем дело, милая? I don't wanna go. Я не хочу лететь. What? Что? I don't wanna go. Я не хочу лететь. I never did. Никогда не хотел. Oh, honey. Милая. Why did you wait until... Ну а почему ты так долго ждал? Почему ты раньше не сказал? Okay. Мы вернемся. Ты не знаю. Что ты не понравилось мне? Милая, послушай, я знаю, тебе страшно, я хочу установить, я не маленький, мам. Мне не страшно. Так в чем же... Иди домой! Пока. Миньон. Так, что ты притащил? Рокки, один Рокки, два Ералаш. Ералаш. Ну, посмотрим, что у тебя за Ералаш. Все? Да. Отмотаешь кассету, вернешься. Уиди. Ну, ты что нам принес? Бегущее правосудие и Волк. О, Волк, это классный фильм. Там Джек Николсон, Мишел Пфайффер. Классные актеры, фильм классный. Тоже окутывает стигмата. Вещи очень простые. Но людям не верят. Новый завет, старый завет, поток, ковчег, ад, рай. Мы все равно привыкли к религии, несмотря на всю тайну, которую окутывает. Вам как, с медом? Покрепче или послабее? Да, мне с медом. С медом. Ладно, оставляй этот фильм. Я вижу, что тут Джек Николсон. Что это действительно Волк. Не падай, не паду, дружок. Играет Волк. Фильм Волка. Гарфилд. Я бы хотел сказать, это Титаник. Титаник. Тоже был романтический фильм с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Прошу рассказать. Вы не хотите с нами поделиться вашими воспоминаниями? А, и сейчас будет... Девушка будет вспоминать. Вау. Ладно, оставляй нам ее. Это выглядит действительно... Луиджи, что с тобой? Ничего, дядь. Я постараюсь удержаться. Что у нас там дальше? Друг Чарли Чаплина. Ну, а ты что принес? Российский стиль номер 32. Ну, посмотрим. Что у тебя за российский стиль там?
Там есть список какой-нибудь? Есть. О, потому что список есть. Кто-то играет Омега летать. Лететь. Омега лететь. Третья ага. Песня. Третья песня. Омега. Научился, как ребенок ты, но все не мог. Да ты с той прозрачной высоты и лететь по белому свету, да поменьше Как тебе, Маркус? Нормально, оставляем? Чувак, тебе повезло. Маркус сказал, что мы оставляем тебя с нами. Круто. Я остаюсь. Круто. Базз Лайтьер. О, и ты прилетел. Ну что, ты нам притащил? Красная жара и без компромиссов. О, «Красная жара», что это за фильм такой? Арнольдом Шварценеггер. Шварценеггер, ага, ну ладно. Шварценеггер, так Шварценеггер. Что это? Конец фильма. Какой-то мультик это был. Творческое обведение экран. И все. И куда все звезды продевались? Еще раз посмотрим. Все звезды пропали. Еще раз посмотрим. Смотри, все звезды пропали. Да. Да, Бас Лайтьер, отмотаешь кассету, приходи. А то тут все звезды пропали куда-то. Так. Гуфи. Так, ну Гуфи, что ты принес? Девушка Лабосса и мистер Бин. Ого, ну посмотрим, мистер Бин, это интересно может быть. Хотя он и умер уже. Ты не вышел. Тут девушка Лабосса. Извини меня, друг. А, слушай, может быть, ты хочешь чего-нибудь сладенького? Милая, правда, понимаешь, она сейчас качается, так что она такая агрессивная. В общем, она не хотела тебя оскорбить. Зелененький. Что это за нудистика такая? Я вам дам знать через пару дней, хорошо? Когда я вернусь, держи эту уродину. Держи эту уродину. Она мне не нравится. Хорошо? Ну, ладно. Превосходно. Так, вот. Ладно. Возьми карточку. Уноси эту, как все. Почему? Тут такое одно полтовня, никакого действия. Слишком уж скучно. Я засну ее смотреть. Маша! О! Кассету, кассету, кассету! Я внес кассету с сыном большой медведицы и вождь белое перо. Вождь белое перо. Денис Гемас эту белое перо. Белое перо поставил свое видео. Мою текст белое перо. Жулик. Денис Гемаз, жулик. Штука концертов. О! О, я тебе... Ух ты, надо, да? Ты двух голов, и там концерт будет, если ты чешон, если... Да, что? Да, да, я... У него две головы? Странные. Ага, это уже странно. Ладно, оставляем мы его. Так, оставим мы его. А кушайте кашу.
Погоди, во время кино сможешь есть свою кашу. Надо еще фильм выбрать. Птелка Майя. Ну, Майя, а ты что нам принесла? «Назад в будущее», часть 3. Третья часть, «Назад в будущее». Так. Вот он, симпатичный. Маклай. Но никаких Браунов. Может, это ошибка, док? Может, могила не твоя? Тогда здесь мог быть другой Эммет Браун. Нет. Разве твоих предков здесь еще не было? Брауны появились в Хилл-Вэлле только в 1905 году. И фамилия у них была фон Браун. Мой отец изменил ее во время Первой мировой. Смотри. Святые угодники. Это я. Это я? Все правда. Чистая правда. Именно я попал туда и получил пулю. Этого не случится, док. Да. Когда ты наладишь схему времени и сменишь у Делория на колеса, я полечу в 1885 год и верну тебя домой. Круто. Ладно, оставляй. Тут они будут путешествовать во времени. Эти путешествия всегда интересные. Никогда не знаешь, что тебя ждет впереди. Монстрик. О, ну что смотрят монстрики? Клипы. Какие? Сейчас посмотрим, что за клипы монстрики у нас смотрят. Так. MTV. Джексон. Эл. Это Майкл Джексон? Да. Нравится тебе? Да. Джексон. Ладно. Оставляем Джексона. Монстрик, ты с нами. О. Круто. Джексон будет у нас. Керберс. Ну, ты что принес? Водителя веры. О, круто. Смотрим, что за водитель. Ну, выглядит неплохо фильм. И качество хорошее вроде. Оставляем? Да. Давай. Раз Маркус сказал оставляем, значит оставляем. Керберс, ты с нами. Вот сколько у меня уже друзей сегодня осталось. Круто. Будет весело смотреть фильм. Следующий. Мумия. Так. Я придал сказать эту MTV Hit Silver Edition. Ну давай посмотрим, что за MTV Hit ты принесла. Мумидзе. Что это? Ну нет, что-то не пойдет, это не. Джексон был намного круче. Правильно? Да. Да, это что-то не то. Что-то явно не то. Пока, мумия. Миньон. Опять? Я, третья попытка. Я придел сказать, это заключенный фестиваль года песни 95 и видеоклипы российской эстрады. О,
Ну, надеюсь, эти лучше будут песни, чем предыдущие. Это кто была? Нина Аллегро. Безответная любовь. Посмотри, что здесь следующее. Ну, давай. Посмотрим. Может, следующая интересная песенка будет. 95-й год, это 22 года назад. Ого. Да даже 23. Да, старье. О, какие-то испанские ритмы. Кто такой? Валерий Леонтьев, по-моему. Посмотрим за текстом. Да? Думаешь, покажут? Классно гитара играет, да? Только из-за гитары мы эту оставляем. Это Валерий, да? Леонтьев, да. Валерий Леонтьев, «Танго разбитых сердец», оставляем, да? Мне очень понравилось, как играла гитара, испанские ритмы. Вау. Нолик. Просишь у меня что-нибудь? Я жадина, мне помогай. Какой жадина? Ты давай, показывай, что принес. Я бы сказал, это Филипп Киркоров. Филипп Киркоров. Это тоже звезда российской эстрады. Посмотрим, что там. Тот играет, загляди в мои глаза. Загляни в мои глаза. А теперь играет. Я тебя прекраснее. Да. Ну нет, мне Леонтьев понравился больше. Извини, Нолик. Мне испанская гитара понравилась больше, чем... И Майкл Джексон. И Майкл Джексон тоже был круче, чем какой-то Филипп Киркоров. Пока, Нолик. Ничего больше не будем спрашивать. Мумия. Еще одна. Ну что ты принесла? Помеченный смертью и во имя справедливости. Ну давай, помеченный смертью. Так, это кто? Стивен Сигал, да? Должен был быть. Ну ты, Мулилану, выкатывай. Дальше, дальше. Я не успел и моргнуть, как он смылся, что прямо стрелой, как птичка вылетела. 9-летний парень напугал его до полусмерти. Точно. Представляешь? 9 лет мне было. Ну, то я гляжу на Пино и думаю, какой все-таки шикарный мужик дядя Пино. Это же все-таки Стивен Сигал. Это супер классный актер. Ладно, мумия, остаешься ты. Так. Чувак со спущенными штанами. О, привет, чувак. О, штаны на месте. Молодец. Что ты принес? Скалолаз. О, это классный фильм Сильвестра Сталлоне. Стик? Что? А, бубенцы показываешь? $1,000,000 оставляем нам эту кассету, а ты иди приведи себя в порядок. Штаны поправь, а? К швее сходи. Пусть тебя подправят. И последний.
Майнкрафт пиги. Ну а ты что принес? Такси 2. Такси 2. Ну, короче, Майнкрафт, ты уже сразу можешь остаться. Потому что если там будет такси 2, это крутой фильм. Я начал работать, когда мне было 12 лет. Да, это такси 2. Ну, я вожу такси. Ой, скорую помощь. Меня в клинике задержали. Понимаете, нужно ведь работать. Один глаз на дорогу, второй глаз на больного. Одновременно два занятия. Легко ошибиться. Простите, месье, но я не согласен. Вот, посмотрите на себя. Да, что это вы имеете в виду? Я вижу, у вас очень много наград. Значит, у вас была очень успешная карьера. Я вижу эту девушку Лили, она красивая, умная, образованная. Если вам удалось сделать и то, и другое, две вещи одновременно. Я тоже водил скорую помощь в Алжире, в 59-м. Один глаз на дорогу, второй на пулемет. Ранеными займемся потом, если они выживут. Эдмон, что насчет того, чтобы посмотреть мой рост? Все, все, оставляем. Да, это такси, круто. Итак, Маркус, давай посмотрим такси все. Мы смотрим «Скалолаз». Ну, «Скалолаз» тоже классный фильм. Все, спасибо. Мы пошли смотреть и кушать кашу.